Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, доброго времени суток. Меня зовут Мария Дубина, мне 25. Я закончила театральный институт. Это всем известная информация, которая есть на Кинопоиске, кинотеатры.ру, Кинолифте и других сайтах. И поэтому визитка будет не об этом. И не о той информации, которую можно найти на этих сайтах. Год я училась в цирковом училище имени Румянцева Карандаша. Почему я там училась? Потому что я не поступила в первый год, не поступила во второй год. Время идет, и нужно действовать. И чтобы не просиживать еще один год, я решила, а почему бы и нет, и не пойти на факультет артист эстрады в цирковое училище. Я поступила. Но кто бы мог подумать, что на первом курсе на факультете артист эстрады будет жонглирование. Я никогда не брала в руки ни мечи, ни булавы, ни кольца. В общем, прошел год обучения. Пришло время летнего экзамена, и нужно было сдавать каскад, полукаскад мечей, булавы и кольца. Я очень полюбила за это время жонглирование. Мне очень нравилось, я приходила утром, оставалась после пар. Но это не основное. Основное для меня было то, что в день экзамена я сказала себе: «Маша, если ты возьмешь сейчас себя в руки и откидаешь все предметы, не уронив ни одного, в этом году ты поступишь в театральный». Для меня это была внутренняя сила. И благодаря этой силе я поняла, что если я сделаю, я сверну горы и смогу просто все. Наступил день, был мандраж, но мне кажется, я эти секунды запомнила навсегда. Я откидала все предметы и не уронила ни одного. Для меня это было мгновение, которое я запомню навсегда, потому что я никогда в жизни этим не занималась. И вот эти видео, которые совершенно недавно я нашла ВКонтакте, наткнулась на них, как воспоминания. Я поняла, что все не зря. Мечтайте, творите и действуйте, несмотря ни на что. Сквозь горы нет, которые, быть может, вы где-то слышите от кого-либо. Мечтайте, творите, любите, экспериментируйте. Вперед! Спасибо!